На Колыме провели рейд по закладкам. Полицейские, казаки, росгвардейцы приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Тайник». В результате в окрестностях Магадана обнаружили 7 человек, которые искали запрещенные вещества. Местом проведения полицейской операции были определены территории с учетом обобщения многочисленных обращений граждан не только в самом городе, но и в его окрестностях, а также в районах дачных участков. К операции были привлечены полицейские кинологи, сотрудники госавтоинспекции. По результатам проверки в отношении одного из задержанных в течение дежурных суток возбудили уголовное дело по факту хранения наркотического средства в крупном размере. Деятельность других кладоискателей пресекли, с ними провели профилактические беседы, а также вынесли соответствующие предупреждения.